Мои хорошие, пришла пора пробежаться по моей мастерской, где я шью, что я делаю и как это все выглядит у меня. Я вам стол покажу, но вот смотрите, я на нем еще не только шью, но и снимаю. Видите, у меня висит, как это называется, фотофон это называется, и я на нем снимаю куколок своих. Ну что, пробежимся по моей мастерской. Ну, здесь у меня, да, это доска гладильная, слегка подгоревшая. Это говорит о том, что я на ней работаю. Это я, это начинается стол. Не то, что начинается, а стоит тут стол. Сразу скажу, что всю мебель делал мне муж. Вот этот стол, вот этот стол и вот такую полочку с одной стороны. И вот такую полочку с другой стороны. Я хотела, чтобы у меня одна сторона была оранжевая. И даже, видите, шторки я сделала тоже беленькие, оранжевые. И другая сторона была у меня белая. Здесь у меня творческий процесс. Ну и, конечно же, я зажигаю аромалампу. Сейчас уже вечер я снимаю. Да, в течение дня, видите, как происходит. На весь день съемка. А это, знаете что, носочки у меня. Я хочу себе сделать содовые носки. Купила специально тепленькие и хбшечку. Можете тоже расскажу, если хотите. Так, ну и мои любимые цветочки, они у меня везде стоят. Естественно, ткани, они прям, видите, распиханы по сундукам. И здесь вот высоко стоит коробочка. Самое. Убираю подальше, чтобы никто не достал. Я имею в виду ни кошка, ни Маша, чтобы все осталось при мне и мое. Так. Здесь у меня еще заготовочки. В общем, готовимся. Готовимся к продажам на Амазоне. Что вам еще показать, рассказать? Здесь у меня стоит оверлок. Вот он, оверлок. Тоже хорошая вещь, нужная в хозяйстве. Машиночка у меня ФАВ. Если хотите, сделаю обзор поподробнее о ней. Вот, ну и платьишки. Еще не дошила слегка. А тут надо доделать рукава. А так они, можно сказать, даже двойные платья. Переворачиваете, и там все чистенько. Все аккуратненько. Никаких швов нет. Я вам, кстати, это платье показала в том видео. Юбка с красной юбкой платье. Вот так же, по той же схеме шьется. Только здесь я еще лиф украсила. Украсила вот такими пимпочками. Пумпочками. Вот, мои хорошие. В общем, все нужно под рукой. Все, что необходимо. Вон даже две полки еще осталось пустых. Надо их тоже чем-нибудь заполнить. В общем, хорошо, когда все под рукой. А это, кстати, мой термос. Вы скажете, что это там он стоит? Это я себе наливаю. Это дочь делала для меня. Наливаю литр воды горячей и выпиваю. Чтобы мне 2 литра воды выпивать в день, я себе завела привычку в термос это все наливать и пить. Для здоровья. У меня ткани. В общем, в каждой коробке у меня ткани. В каждой. А здесь у меня тесьма. Там так много. Да, лежит вот так вот. И у меня еще, знаете, не открывается. Там у меня фоамиран и фетр. В общем, для всего своей коробки вот это все они заполнены. А здесь у меня бурда. Я, правда, ей давно не пользовалась, но она лежит с еще, знаете, с каких годов? С 89-го года. Видите, какая стопочка бурды. Когда-нибудь ей воспользуюсь. Вернусь шить себе одежду и ей воспользуюсь. Так, ну и вот такая вот общая картина. Значит, где-то 2,90 на 2,20 у меня. В общем, маленькая такая комнатушечка, но мне хватает места. Вот так вот она выглядит у меня.
Вот. И да, куколки построились, уже готовы, готовы отправиться. Красотки мои. Я все на Amazon регистрируюсь, никак меня не пускают туда. В общем, они ждут своего часа, своего звездного часа.